Алло. Да. Ну, здравствуйте, Александра Михайловна. Что там, спите еще? Голос делаю нормально, не коверкай. Очень хорошо. Не слушаю. Александра Михайловна, тут документы ваши поступили. Говорят, от оплаты отказались. Ты Не кто хотите такой? давать вопрос решать сами. Сергей Николаевич зовут меня. Фамилия. Игнатьев. Игнатьев. Так, Какая смотрите, контора? у нас вопрос будет сейчас решаться с вами в каком контексте? По-хорошему решаем или Контора, по-плохому говорю, будем? какая? Ноги бетон контора называется. Ноги бетон, а жопа Да-да. цемент, нет такой? Ну, это у мамы своей спросите. А, у твоей, Так, наверное, смотрите, зацементировали, когда Гривенов тебя Михаил высирали. Юрьевич, это папа, да, ваш? Тебя Мишка волновать не Гривенов. должно, папа, мама. А Наталья Ищи, Станиславовна разыскивай. Гривенова. Что Я уже хочешь, нашел. говорю, сколько Сейчас денег будет вопрос хочешь. решаться. Оплачивать вы как будете? Добровольно или все-таки принудительная Я форма говорю, сколько взыскивать будете? денег хочешь, мне надо понимать, за кого ты Сколько пытаешься должны, ляпать. сколько и будете А, ну отдавать. тогда В хер личный соси. кабинет можете зайти и У меня посмотреть, этих где у вас личных там долг кабинетов имеется. 30 штук, в какой мне зайти? Значит, вообще заходите, там у вас А, ну примерно тогда иди 32-33 хер соси, тысячи для говорю. закрытия. Ну, сейчас мы посмотрим, как вы заговорите. С Ой, вашими родителями также испугал. сейчас будет разговаривать. Хотите этого? Мы вам Пошел устроим без проблем. нахуй. Ну, хорошо, сейчас мама с вашей также пообщается. Говно. Да, Шур, ну что там тебе? Папа дозвонил с мамой уже. Да нормально, все, не переживай. Что ты Нормально, думаешь, что мне понял. Ну надругался? смотри, это. Это. Да нет, конечно. Ну все. Мама просто сейчас с папой с твоим пообщался. Ну хорошо. Мамаша, дядь спит еще. Ага. Смотри, я как бы это, мать твоему сказал, что это, номера сейчас на автодозвоне будут стоять. Угу. Если спит, то номер Программы есть на постоянно твои будет на дозвоны, пенсии. еще МИД 15 есть, на которые Ну, это хорошо, блокируют. да. Пускай как Это бы да, прошлый стоишь, век там будет уже. постоянно с разных номеров И все будет звонить прожито, куча времени. пройдено. Угу. Как бы сейчас также будет работать уже с вашим окружением, то есть с соседями с Угу. вашими. Вот что мне Ну и что куда дальше? которая, поняла. А ты Сейчас я понавечу, гости блядь, приеду придумал бы. соседям. Ну, соседи, мама, папа. Да не, лучше, Вы знаешь, так старого петухи доброго себя дозвона и ведете, звонков, прям как бы ничего неинтересно. не думать. Так что Угу. здесь сейчас очень, Вас, очень сильно понимаешь, наш удивишься, если клан так могу петухов, сказать. он как Ну, был, ты так про и своего есть. папу, наверное, так мне не рассказывай. Ну, Я тебе знаю, обычно кто ты это, такой. вот, петушишься, Так что петушишься, тебе так от их петухи клана не привет, распетушились, знаешь, наподрастка как не бы это. решились. Если Сейчас много один из меня петушится, очень можно интересует день, перышек пока ты не лишиться. вернешь денежки, Пока которые ты брала, стой в Саш. позе сломанной Это березы, именно и тебя 32 будут тысячи рублей. иметь, Так иметь что, и давай, иметь. Саш, Давай, перестегивайся, а выскакивай, дальше что? проваливай Что у нас отсюда. папа говорит? Так что давай Проваливай, с ним. беспомощное чмо. Чухан. Алло, Саш. Чего? Да ну это, мама у тебя через сколько уже на работе выйдет? Ее коллеги Мама? уже ждут? А, ну хорошо, Ну? что ждут. Все. Чего ты мне докладываешь-то Просто каждый раз? это... Ты Так думаешь, я у меня тут докладываю, хочу трясутся узнать, через сколько ножки? она на работе-то будет. А, ну она как придет, узнает. Не переживай. Ну. Просто Угу. там школу тоже, видишь, там тогда звон поставили. Давай, давай, давай. Дозвониться на них не Давай, могут. я тебя скоро Там задницу охрана и зажимею. директор уже в курсах, Угу. что вы должники. Деньги не Да-да-да. платите. Сейчас будем Все собирать тебе Россия это. знает, что ты конченое чмо, понимаешь? Это Маминых коллег страшнее. сейчас будем собирать, чтобы денежки, чтобы тебе Собирай, нашли деньги. собирай, давай. Давай, Пошел попробуем найти нахуй, сейчас. говорю. Давай. Тебе от коллег, мама, привет. Нахуй, говорю. Маминей. Целую тебя. Вот десечка. Было. Давай. Скучился. О, да, Сань, здорово. Угу. Ты маму-то успокой, у нее там истерика уже. Она сейчас звонит, у нее А что прямо ты слюни уже смеешься? бегут. Тебя не мама рожала, да? Тебя повыстроили, да, Нет, и ну ты правда, ржешь. это просто жесть. Вы слышала сейчас ее? Хочешь, я отправлю, что она там несет? Она говорит, я, говорит, ничего не брала. Я говорю, вы как, говорю, детей воспитываете вообще? А Говорю, тебя дочку кто воспитания, воспитал, говорю, скажи, на какой воровкой, помойке ты и не платите. воспитывался? Что ты мне Просто звонишь, видишь, тебе знаешь, в чем момент? скучно? Да, А? просто на работе, понимаешь, Ну, номера-то черный понимаешь, список не занесешь понимаешь. на рабочие, понимаешь? Угу. И что делать Ну и будем? что Платить не дальше? будешь? Какой ты беспомощный, фу. Дальше Какой работу трепать, я правильно беспомощный понимаю? вообще. Фу-фу-фу, Ну что девочка в беспомощность-то юбочке моя? сидит на телефончике и всем названивает. Не заплачет досады. Нервный смешок пошел. О боже, о Да боже. он, если бы был нервный, то уже коллеги, понимаешь, очень Тебе там веселятся. что, это В стринги общем, жмут, скажи. платите, моя хорошая, не Одевай трусы будешь. Вы все семейные, и дальше тогда у трепаете, тебя будет правильно все я в понял? порядке. То напялит стринги, губенки накрасит и сидит, всем звонит. Фу, Ну, блядь. ладно, сейчас посмотрим, как будешь разговаривать Где после ноги сегодняшнего побреешь? И целого пятки дня, помоешь. Фу, соответственно. мерзость. Это будет завтра Давай, продолжаться, давай, давай. Все, я послезавтра будет. поняла тебя. Это Очень будет, страшно, мы все Сашечка, под пока столом от страха денежки не лежим и будут оплачены. трясемся.
пока хуёк посасывай, ладно? Завтра мы посмотрим. Соси. У тебя даже на чупа-чупсы нету, это поэтому очень вкусно, Саша, тебе будет. Давай. И этим будешь заниматься. Давай, шакал, проверим. Это мы сейчас проверим.